А команда «Чапаевцы» стала чемпионом школьной хоккейной лиги. В финальном матче игроки 60-й Чебоксарской школы обыграли соперника, команду «Снежные барсы» из 9-й школы, со счетом 10-4. Соперники друг с другом знакомы. На льду «Чапаевцы» и «Снежные барсы» уже встречались в рамках регулярного чемпионата. В той игре сильнее оказались «Барсы». Вопрос о мотивации в финале не стоял. Одни хотели отыграться за поражение, другие увеличить преимущество в личных встречах. Периоды по 15 минут чистого игрового времени. Нападающие активно атаковали чужие ворота. Финал подарил целую россыпь заброшенных шайб. Счет игры 10-4. «Барсы» не смогли повторить сценарий предыдущей победной встречи. Нам не хватило больше тренировок, мне кажется, только из-за этого. Ну, противник оказался все не сильнее. Что, миг сильные стороны? Скорость, наверное, все-таки. По скорости они все-таки выигрывали сегодня. Чапаевцы стали лучшими среди 32 школьных команд. Мы не ожидали то, что мы займем первое место в этом в Кубке Николаева. Мы вполне очень долго, все 4 года шли к этому. Чемпионат школьной хоккейной лиги проводится с 2016 года. Команды играют в 4 дивизионах. Но с каждым годом у нас уровень подготовки мальчишек растет и прогрессируют они действительно очень активно, молодцы. Очень благодарим за этот проект, за то, что они столько мальчишек привлекли. И сейчас у нас первые 2 выпуска играют уже во взрослых командах любительской лиги, непрофессиональной хоккейной лиги, они не теряются. Следующий сезон стартует в октябре этого года. Организаторы надеются, что к турниру присоединятся и другие чебоксарские школы. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.